Lenovo A916 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на Lenovo A916, нужно использовать обычную для телефонов Lenovo комбинацию клавиш. Иногда это может быть плюсы питания, иногда может быть минусы питания, но чаще всего плюс-минус и питание. Зажимаем мы две клавиши, сразу оговорюсь, рекавери у вас может стоять с покупки кастомной, то есть выглядеть несколько иначе, чем у меня. Но следуйте тем же правилам, ищите строчку Wipe Data Factory Reset и какой-нибудь перевод там вправо слайд, чтобы сделать сброс. Ну, у меня обычно сейчас рекавери, потому что я уже обычную прошивку поставил. Вот, а вы, в принципе, можете благодаря этой инструкции большинство Lenovo разблокировать. Значит, зажимаем ему плюс-минус и питание. Три клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпустить, а плюс и минус продолжить держать. Загорелся экран, питание отпустили, а плюс и минус держите. Загорелся зеленый робот. Это сработала своеобразная система защиты от случайного зажатия клавиш там, в кармане или еще где-то. Чтобы попасть дальше, есть несколько вариантов. Это может быть питание, может быть плюс, могут быть нижние сенсорные клавиши, а возможно питание зажать и коротко нажать вверх. Значит, пробуем питание. Питание не сработало, следуйте дальше перечисленным комбинациям. Опускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset. И нажимаете питание. Питание не сработает, нажимаете вверх. Опускаетесь вниз до строчки ES/Delete All User Data и нажимаете вверх. Он начинает делать сброс. Внизу нужно дождаться надписи Data Wipe Completed. Там, по-моему, четвертая, что ли, по порядку строчка. Сброс может делаться 5-10 минут, не прерывать, дать ему закончить. Сброс закончен, внизу написано Data Wipe Complete, и он перебрасывает вас в предыдущее меню, с которого вы начали, в самой рекавери. Два момента, о которых стоит оговориться до того, как вы начнете делать какие-то сбросы, прошивки или еще что-то. Значит, первый момент. На Android 5.1 и выше, 5.1.6 и так далее. Перед тем, как делать любые сбросы прошивки, нужно выйти из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта и в правом верхнем углу кнопка с тремя точками удалить аккаунт. Если этого не сделать, после сброса либо прошивки сработает ФРП блокировка Google. Он будет просить вас старую учетную запись и пароль от нее. Если вы их не знаете, у вас серьезные проблемы. Вот. Лучше до этого не доводить. У меня есть на канале плейлист ФРП блокировка Google. Возможно, там найдете решение для себя. И второй момент. Данный сброс убирает лишь мелкие неприятности, мелкие глюки, ошибки приложений, графический ключ. Что-то совсем по мелочи. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. Выбираете ему первый пункт Reboot System Now. Телефон перезагружается. Доделывает нужную операцию. И минут через 5-10 включится чистым, как с витрины. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.